Да, ему недавно эту табличку установили, он погиб. 28 лет. Да. Котом. Ну, да, господи, кошмар. Да, он даже не дожил. Видишь, 27 было. Прямо как фламинго. Да, стоят. Стоят на одном. Они получается вон здесь сюда выходят. Чтобы они гулять по территории. Да, звуки, конечно, здесь. Хомяков, этих морских свинок, там вот птичку я бы хотела. Боже, кто это такой несчастник? Это масенькие есть, смотрите. Масенькие. Может, это пара и ребенок, а тот может остаться. А, тут вообще в загоне не заходит. А тут тоже лошадь есть. Вот, короче, проживальский российский мандрівник, географ, природний дослідник, науковець, історик, археолог, знавець семенов. Тут один з українських козаків. Лошаді проживальські. Лошаді. Ким був проживальський? Я знову вже не знаю. Я такою скажу. Я так теж люблю. Ой, ты такая красивая. И он тоже маленький лошаденок. Вон девочки пара. Да, да, сейчас я остановился. Думаю, куда мне бежать. Да, это он просто ее первый открыл. Угу. Поэтому в честь него и названо. Это дикий конь. Похоже на индийский халат, да?
Цвет красивый. Я понимаю, это тоже молодой человек. Да их там их три только здесь, да? Да. Уже там где-то и спит это еще. Как будто она в положении. А шерстка такая вообще прям. Кажется, как будто как шелковистая, мягкая. Ой, какой красавец. А кто это? Нет, это вот эти какие-то. Рога, рога, шикарные. Коровка. Верблюжонок малыш как сидел, так и сидит. Какие изумительные эти коровки. Читаем, кто это. Нет, она пока не выходит. Сиро-угорская, венгерская порода. Вот она. А это ламочки. Лама. Нет, вот она еще. Ну ничего. Так они же подождут. Все, пошли. Они я никуда не. Жует и смотрит. Угу. Вдруг мы тоже ей что-нибудь а подкинем. Называется эта вечно улыбающаяся маленькая Лоренко. Вот он когда улыбается, ну, вот как будто даже жует, даже улыбается. А смотри там. Это европейская лань, а не пятнистый олень никакой. Европейская лань. Ну, похож на бэмби оленя. Да. Олененка бэмби. Так, а здесь зебра. И, кстати, я тоже читала, что родился зебрёнок. Маленький, да. Да. А, приглашали, что тогда... Ну, их не видно, здесь пусто. Маленький зебреночек. Потомство этого года. Зебреночек, иди зебрёнок. К нам. Ай, хороший такой. Тоже, наверное, какой-то олень, разновидность. Это тоже что ли? Это лань. Лани, да. Так, а они, это страус. Идет поэтому на весному мосту, а они внизу по огромной территории.
море, вот там можно. И деревья, да. Очень красиво. Да, конечно. А мы тут тебя пристроим, да. Привет. Страус, привет. Интересно, а сколько часто они яйца несут? Я не похож. Нет, что он засмотрелся? Ого, знаете. Я смотрю, как он встал. Интеллигент. О, вообще поднял. Ну, прелесть. Гимнаст. Да. Может, это оно. Один раз в два дня они яйца несут? Да? У них, получается, формируется само яйцо 48 часов. Это интернет такое пишет, да? Да, Google знает все. Google знает все. И будет тебе и Вася, и Степа. Вася. Будешь потом тихать? Вася. Дальше, чем Вася. Вася. Благородный олень. Баклан большой. А там пони. Сейчас. Они кушают пока. Они летают или нет? Или пули подвезли? Все летают. Не, ну в природе, да. А тут, наверное, нет. Степной орел. Вон они. Степной орел.
типа. Ага. Он проснулся. Волк проснулся. Он понял, что мы недостойны. Да. Волки отдыхают. Опять лёг. Они все отдыхают. Сейчас он спит в углу, этот тигр. Чуть-чуть он привстал, и все. И не подойдет. Интересно, это мяу делает, там еще один тигр влюбленный. Смотрит, смотрит, что они там делают, думают. Ну, чтобы кусок мяса дать, да? Да, да, да. Глазки прищурил. Ой, хорошенький. А усы, удивительные красы. Красавец. Там-то громко. А, кто это? Какой громкий? Ничего себе. Ты красивый, да. Тера. Ну, а смотрите, как распустился. Какой молодой кустик, как распустился. Какие красавицы. Ну, сейчас все едят, и никого нет. Я не вижу. И лапа, главное, все это зажать. Да. Это он держится за что там. Ага. Это ж надо, что да. Дальше они пролазят в узкую дымоходную трубу. Да, да. Они такие очень любят. Они очень чувствуются комфортно. Енотовидные собаки. А чем они от енотов отличаются? Немножечко, да, более узкая. Какое-то оно злобное. Выражением лица они, да, отличаются от енота. Он идет, идет, смотри, еще третий, подхрамывая. Да нет, он... А вот это кто, девочки? Это дикообразы. 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 Да. И лиса спит. Сегодня все спят. Потягушечки, потягушечки делают. Это не песенцы? Норка, вот это тогда вот, из которых делают шубку. Так, посмотрел на нас. Кто это ему тут спать мешает? Красавец. Подойди к нам. Ну что ж ты там спрятался, а? Как вы смертные и достойные. И все отдыхают. Мордочка хорошенькая.
Сильно быстро пробегаю. Пришли, красавцы. Пришли, красавцы. Она танцует и танцует, танцует и танцует. Thank you.
Они там шли? Не знаю, она. И отвернулась. Львица. Отвернулась. Не хочет она даже общаться с нами. Там возле туалета. Переселенцы. Это харьковские, да, вот эти, да, лягушки? Да. Харьковские наши. Не может, моя жизнь.
Не знаю, что получится. Thank you.
Да не скудеет рука дающего. Да, да, вылез, вылез. Он подошел оттуда, подошел сюда. Вот. Да, да, почешись, почешись, зайчик. Наверное, не любит. Красавец. Нету конфеты? Нет. У меня тоже мятная, кстати. Если есть, то только мятная. Посмотри, чухается. Красавец. Туда уже пошел. Ой, сейчас я испугалась, да. Так резко подошел. Маленький. Что? Девочка. А, нет, он наделся. А ну кто такой мой балет? Самые агрессивные. Они большого петуха, они загоняют, один он забьет его декоративные петушки. Большого петуха загоняют, пикает от курицы. А это Васька. Это Борька. Боже мой, какой.
Они хочет и не может. А так он курицу схватил за хвост и чуть не выдрал ей все перья. Тягал ее тут по зимнему рождению. Да, смотри, и меня пытается цапнуть. Ага, не может, да? Кирцы. Красавец. На этого красавца. Смотри, позирует. У них сиеста. Да. Сиеста после обеденного. Вот, пожалуйста. Маленький. А вон черненький. Ага. Мальчики, такие фальдиоси. Это их можно было домой забирать? Да. Это перерабатывающая машина. И убирать. Не-не-не. А это можно сходить в руках, купил на это все. Я думаю... Это мамаша, что ли? Ну, правильно, ее кормить за голоду. Конечно, конечно. Необыкновенно. Красавец. Ты просто красавец. Могучий такой. Такая-такая маленькая. Вот семья. Да, семья. Муж и жена. Гуси, гуси. Какие-то интересные. Вот эта порода, да, с каким-то бесклювием. А, ты шипишь, что ты шипишь? Чего ты шипишь? Давай, не грузись.